В эти минуты в центре Киева у здания Верховной Рады собрались сотни людей. Проходит сразу несколько митингов. Участники говорят, что украинская власть погрязла в коррупции. Люди продолжают нищать. Звучат требования отставки правительства Яценюка. Активисты националистической партии «Свобода» прямо называют кабинет министров, цитата, группой мародеров, которая 2 года грабит Украину. Как раз сегодня в Раде должен выступить вице-президент США Джо Байден, привлечь внимание которого, видимо, и хотят собравшиеся.